стало немного французского шарма. Но это стало очередным неудачным свиданием, стало очередным плохим воспоминанием, наказанием. Быть может, это моя карма, потому что он оказался алкоголиком. Весь вечер строил глазки парню за соседним столиком. Не выйдет ничего. Выдался просто отвратительный день. Я заляпала одежду, а еще солнце было лень. Но мы встретились с ним, и мне стало так грустно. В желудке было так неуютно и пусто. Он говорил о чувствах, а я думала о квашеной капусте. И несмотря на то, что он не был алкоголиком, мне пошли покушать вместе за свободным столиком. Прости, но мне важнее. И я решила, что мне, в общем-то, и никто им не нужен. Сама с собой буду бегать летом по лужам. Сама с собой буду встречать первый теплый рассвет на крыше. Но тут произошло, угадайте, что. Чудесный парень познакомился со мной в метро. Умный, добрый, красивый, как будто вы посланный слыша. Но он был слишком хорош, и я спряталась под столиком. И было б там, что выпить, я бы стала алкоголиком. И вышло, как ни посмотри, неудачное свидание номер три. Вот история о трех неудачных свиданиях, история о трех больших переживаниях. Мораль этой истории довольно-таки очевидна. Свидание, пожалуй, стали старомодны, на них всегда неловко и немного не свободно, а настоящих нас практически и не видно. Быть может, мы с тобой. Будем бегать по лужам, встречать рассвет на крыше и готовить.